Итак, всем привет, мы продолжаем наше видеопрохождение Бэтмена Arkham City. Начинаем с того места, где закончили. Сейчас нам дают поиграть за женщину-кошку. И нам нужно раскидать новый уровень. Я не знаю, можно что-нибудь, конечно, ей прокачать. Давайте лучше пока будем прокачивать только Бэтмена. Что мы можем прокачать у Бэтмена? Непрерывный бой с устройствами или специальная комбо ставим. Давайте прокачаем на это. Не особо все это нужно, но пускай будет. Попробуем поиграть за женщину-кошку. Интересное управление за нее такое. Совсем не так, как за Бэтмена. Нужно лазить по зданию, а не просто крюк использовать. И сейчас, похоже, нам нужно... Что нам нужно? Так, дополнительные задания-то нет. Вот. Убедите доверителей Плюш использовать растения, чтобы получить доступ на склад конфиската. И забрать экипировку женщины-кошки из укрытия её. Так, что у нас здесь? Да, режим детектива тоже, взгляда детектива не такой, как бы, у нее совсем другой взгляд, вроде взгляд вор или что-то типа того. Так. Идем по радару, постараемся побыстрее добраться до ее укрытия. How are we supposed to find out where she lives, anyway? Two-Face said she lives somewhere near here. So what? How does he know? How am I supposed to know? I don't question the boss. You shouldn't either. Ну, нас уже тут поджидают. Why are you so pissed off? Сейчас все убьем одного сбитой. Отлично. Ну, 4 человека это ничто, так что в легкую с ними справились. О, котик. Рыжий, бесстыжий. Так, ну зайти в квартиру. Так, у нас шипы. Ловушки. И метательное оружие. Похоже на какие-то анальные шарики. Okay, ну ладно. Все пригодится. Попробуем отсюда вылезти. Но как я помню, когда в Arkham Asylum с плющом Бэтмена было не очень просто. Надеюсь, женщина-кошка знает, что говорит. Так, я кого-то слышу. Но никого не вижу. Ладно. Не очень нравится этот ее взгляд. Он такой своеобразный цвет создает. И непривычно после Бэтмена. Бэтмена все синенькое. Так что попробуем обезвредить преступника. What the hell is... Но выглядит красиво. Бои сделаны очень даже красиво. Значит, сейчас мы идем к плющу. Или как я там? Так, тут у нас замороженный бассейн, что ли? Привет. Получилось. Когда появляется красный индикатор комбо, можно завершающий удар сделать. Очень неплохо он выглядит. Так вот,
Упс, чуть не упал. Засмотрелся на эти корни. Так, морское зрение. Well, what do we have here? Weird out of place plants, check. Mindless hypnotized henchmen, check. The oh-so-subtle odor of rotting pumpkins, check. Looks like I found the entrance to Ivy's lair. Но они похожи с оружием, так что постараемся их тихо нейтрализовать. На, там еще два. Упс. Так, сбежим отсюда. Может попробовать использовать ее гаджеты. Так, что у нас это? Да, она их метает. Но похоже, наверное, как бетранги. И как их. Так, тут у нас камера, надо ее, может, сломать. Ладно, это на потом. Тут кандидат. О, кстати, у них что-то зеленое. То ли они воняют, то ли что-то. А, может, их одурманил плющ, как в прошлых частях. Она охранников одурманивала. Так. Ну где ты? Так, ну он там нас не видит, и мы его пугаем. Arkham City is an equal opportunities penal facility. So-called super criminals will not be aborted. Ну отлично, справились. Теперь как бы сюда попасть? А вот он как. Окей, понятно. Так, возьмем трофей и залезаем. Hello, Ivy. You here? You shouldn't have come here. Oh, come on. You're not seriously going to hold that against me forever, are you? You killed them all! Oh, they were just flowers, Ivy. I'll buy you some new ones. I know a place that... Come on, Red. Can't we just... Oh, for the love of... А, ну да, вот они. С зелеными глазами, из них немножко этот дым идет, споры идут, что-то типа того. Ну и попробуем их забить осторожненько. Пацаны, они простецки. Так. Апперкотик. Так, тут какой-то дым, надо, наверное, лезть наверх. У нас тут еще кандидаты на мордобой. A billion microorganisms will enter your bloodstream. Spores will grow, replacing the blood in the veins. And when I'm done, your flesh will be replaced with bark. Do you really think you can beat Mother Nature? Ну что, лезем дальше? Ну, дверочка. Интересно, почему они ждут, когда мы делаем это
убивающая комбо или что это? Ну, не убивающая, но ломающая. Похоже, все. Look, Red, I just need your help. Never. Not again. You've got some nerve, Selena. Get back here, Harley. And I want to know who he is, sweetie. No one's who you think they are, my dear. Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong with you. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with me. Take my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. Why should I care? Because now... There's a teeny little bit of me in you, too, bats! Oh, come on! Don't tell me it's not what you've always wanted. Look, we're running out of time. I need your help. I nearly had a cure. It was so close, and then it was taken from me. So we both die. I'm fine with that. Are you? Imagine, sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same. What are you talking about? Oh, didn't I say? I've spent weeks shipping samples of my blood to emergency rooms all over the city. So that's Protocol 10. Poison Gotham. I expected more. Protocol 10? Never heard of it. Ну вот, похоже, мы сейчас будем опять за Бэтмена играть. Мобилочка. I'm listening. Is someone feeling a little down? What do you want? Oh, bats, cheer up! It won't kill you. Oops. Where is the cure? Who has it? I had our cold-hearted friend Mr. Freeze making it, but he's gone dark on me. I'll find him. I bet you. Alfred, Joker's poisoned me. He may have poisoned Gotham too. Mr. Freeze has the only cure. What are you waiting for, then? He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept at sub-zero temperatures to survive. I don't wish to worry you, but it is the middle of winter out there. I noticed. I've calibrated the cowl to track heat signatures. I'll find the coldest point in Arkham City. Ну вот, сейчас нам, похоже, надо искать мистера Фриза, нашего Шварценеггера. Да, костюм у нас уже какой-то покоцанный. Тут дырки. Подзашить бы. Так, куда нам надо? Вот у нас друганы с пушечками. Не знаю, надо попробовать их как-то завалить осторожно. Что ж, попробуем. Ладно. Бежим к тому. Ой-ой-ой, еще двое. Плохо. Круто, гранатка. Ой, задело чуть-чуть. Так. Mm.
Но тактика, конечно, деревянная, но справились. Так, куда нам? Где тут холодно? Так, там тепло. Да, вот сюда надо. В общем, тем, чем холоднее, тем правильнее мы идем. Ой, еще люди. Так, с оружием нету. Не знаю, на самом деле опыт это хорошо. Да и справляться с ними сложно. Так. Что там? О, бита. Кто там разговаривает? Мог бы подбежать просто. А может это эти, которые наверху? Ну ладно. Неважно. Так. Решающий удар. Группа мой, что он делает? Нет, не хочу. Устройство. Тоже как-то маловато. Да, не буду пока ничего качать. Надеюсь, это не будет мне мешать зарабатывать опыт. Хотя ладно, что-то надо прокачать тогда. Ну, баллистический костюм от пуль, наверное, будет хорошо. Я иногда попадаю. Just think, I can call you up whenever I get bored. I think our relationship is really maturing here. The next thing you know is we'll be exchanging emails or meeting up for romantic dinners. Так, что это такое? Augmented reality training activated. А, это тренировка у нас. Давайте попробуем пройти ее, раз взяли. Вроде ничего сложного нету, просто лететь через кольца. Так, так. И последнее. Ну отлично. Но там ничего более усиления крюка нету, хотя это может и полезно, но... Идем по главному квесту. То если на всем... останавливаться, то надолго. Ого. Попробуем кинуть. Ну ладно, ну как-то не хочет работать. The old GCPD building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. Так, там еще люди с оружием. Плохо. Не очень я люблю этих с оружием. С ними может иногда быть все непросто. Так. Но в любом случае у нас вроде все неплохо получается. Осталось их там трое. Вот один уходит, сейчас мы и его попробуем словить. Так, заметят, не заметят, посмотрим. Тихо, тихо. На том меня заметили. Нет, не заметили. Иногда они как-то странно себя ведут, не замечают очевидного. Так. А, ладно. Ну вот и все. Так. Проникли. Так,
нужна стеночка, надо ее взорвать. Так, что-то у нас там с тренировками. А, на карте отмечено. Окей. Еще один трофей. If I hack this radio, I'll be able to listen into all of Penguin's communications. Блин, куда у него все эти симочки влезают? Интересный у него аппарат. Так, а вот надо радиостанцию словить. А, вроде получилось. Идем внутрь. По-моему, это полицейский участок у нас.